Не знаете, как провести выходные с детьми? Тогда посетите выставку «Парад обезьян и рептилий». Она расположена на втором этаже здания бывшего кинотеатра «Космос». Хорошее настроение гарантировано. Раз, два, левой и правой, дважды два. Очень просто. Измеряются удавы пятью пять любого роста. Зайдя на выставку «Мир обезьян и рептилий», также можно узнать, какой длины. Нет, не удав, а вот это привлекательная тигровая питониха-альбинос. Это не обязательно делать в попугае. Примеряем, складываем пополам и разворачиваем ее в длину. В итоге получаются довольно внушительные параметры – 5 метров 70 килограммов. Встреча с дикой природой для человека, как для взрослых, так и для детей – это всегда большое приключение. Иногда даже с некоторой долей адреналина. Острозубый кайман – это совсем недобродушный крокодил Гена. У многих при одном только взгляде на паука-птицееда и различных хладнокровных мурашки пробегают по коже, а к некоторым можно подойти без опаски и покормить. К примеру, игуана при внешности дракона, если не делать резких движений, не безобидней котенка. Ну а безусловные любимцы публики – вот эти очаровательные и озорные обезьянки. У каждой из них, как у человека, свой характер. Самый умный среди них, но не очень общительный – вот этот взрослый самец. Он перекочевал на выставку из цирка. А самая доброжелательная – белоносая мартышка. Она с удовольствием позирует на публику и даже ест с рук. У меня эмоции переполняются, столько обезьян, они-то все эти такие умные. Они энергичные и красивенькие. А я хочу от всех многодетных мам поблагодарить Магомеда Абдуллаевича за такую прекрасную выставку. Деткам было очень интересно и большая помощь многодетным мамам. Если и вы хотите окунуться в царство позитива, снять стресс, пообщаться с удивительными животными, которых не встретишь в нашей полосе, и при желании сделать фото на память, посетите выставку «Обезьяны рептилий». Она работает с 10 до 19, до 20 декабря в кинотеатре «Космос». Наталья Колесникова, Сергей Гриценко. События и люди.